Начать запись. Всем добрый вечер. Сегодня я проведу вебинар и расскажу про клуб учредителей корпорации Access Marketing. Как стать акционером, как войти в клуб учредителей, какие условия, плюсы, минусы, риски для инвесторов. Все вообще в подробностях. Итак, меня зовут Сергей Чураков. Я сегодня ваш презентер. Начинаем. Итак, в любой компании инвестор получает следующие данные, следующие возможности. То есть при предложении стать акционером, что он получает? Получает личный кабинет, запись в реестре там в каком-либо, возможно, будет надежду, что возможно что-то будет в будущем, надежду на возможные эти дивиденды, да? Возможно, получает документ о том, что он стал акционером. В некоторых моментах он получает только какую-то учетную запись и о том, что он является акционером. И все. В нашем варианте любой инвестор получает конкретные физические либо цифровые продукты на руки. И ими уже пользуется. Здесь и сейчас. То есть ему не надо думать, пропали деньги, не пропали деньги, надеяться на будущее, которое не предопределено. То есть здесь и сейчас он пользуется конкретными продуктами. Эти продукты, конечно, можно пойти купить и на стороне, но при этом ничего не имеет, никакого пассивного дохода, никаких возможностей в дальнейшем. Давайте подробнее разберем, что же это такое. Значит, как известно, я на прошлом занятии рассказывал, у нас есть два варианта участия. Это консультанты, они же партнеры, и фрисерферы, они же клиенты, то есть они же бесплатники. В клубе учредителей у нас участвуют только консультанты. Бесплатники у нас не участвуют в клубе учредителей никаким боком. Итак, чтобы войти в клуб учредителей, вам нужно стать для начала консультантом. Как это сделать? Заходите на официальный сайт компании access.com, кликаете на, залогинились сверху, кликаете на себя, в самый низ опускаетесь, до менюшки Access Marketing. Переходите на страницу следующую, здесь добро пожаловать, проверяете свои данные, имя, фамилия, читаете, значит, условия соглашения с компанией, ставите из тех галочки и нажимаете купить продукт, то есть вам нужно стать участником компании, то есть стать партнером. Для этого вы оплачиваете сумму небольшую, $59.95 на год. За эти деньги вы получаете карточку банковскую, на которую вы можете получать деньги. Вы получаете также хостинг и можете заказать домен. То есть это при вашем желании. Это как бонус. И также эта возможность дает вам право зарабатывать комиссионные от ваших лично приглашенных людей и также с глубины, то есть по маркетингу. Далее, чтобы стать акционером, надо познакомиться с условиями. Кликайте уже в кабинете партнера на мой аккаунт. Так, где мой аккаунт? Дальше. И выбирайте детали аккаунта. После этого вам. Так, следующий слайд. Вот так можно еще переключать. На следующем слайде вам нужно в самом низу вот здесь кликнуть на «Показать детали», где 2017 год. На этой же табличке я вам еще кое-что покажу. На этой табличке представлены 2012, 2013 и 2014 годы и написано 3 «да». Что это означает? Это означает то, что я когда-то участвовал в клубе учредителей. И за те годы нам было выплачено около $16 миллионов в один день. Это было как раз в июле 2015 года.
Тогда нам выплатили около 16 миллионов долларов. Просто компания решила повременить выход на IPO, выход с выпуском акций. И решили перенести данное событие. В итоге прошло время. И в 2017 году, еще в 16-м, в начале, в конце 2016 года было объявлено о том, что будет клуб учредителей 2017. И любой желающий сейчас может участвовать в клубе учредителей и, естественно, получить определенную долю акций и, когда компания выйдет на биржу, стать акционером. И дальше уже будет пассивный доход. Дальше. Кликнув на указанную ссылочку, вы переходите на следующую страничку. Здесь подробности клуба учредителей. С этими данными вам нужно будет ознакомиться. Здесь очень мелко, поэтому на следующем слайде я... Так, сюда перенесу. На следующем слайде, на вот этом, я уже сделал более крупно слайд. То есть, смотрите, компания сделала несколько вариантов участия в клубе учредителей. Итак, какие же варианты участия? Первый вариант. Ваши личные PSV. Квалификация на 5 апреля. Так, это когда я делал слайд 5 апреля, да? Так, первый вариант уже активный полностью квалифицированный консультант. Первый вариант у нас был до 31 марта. Значит, на сегодняшний день идет второй квартал, второй этап, поэтому надо смотреть вариант второй. То есть вы когда становитесь активным и полностью квалифицированным консультантом в статусе Gold, либо выше, и ваши личные PSV, то есть личные персональные покупки, составляют $600. Это касается новых участников, поэтому пользуйтесь возможностью. Здесь не нужно вкладывать сумасшедших денег, тем более вы за эти деньги получаете конкретный продукт. Например, компьютер Asus. По той же цене, по которой вы можете купить компьютер Asus, например, в магазине. Но когда вы пойдете в любой магазин, приобретя компьютер Asus, вы, естественно, ничего не получите. Никакого пассивного дохода. Здесь купили конкретный продукт, будь это цифровой, будь это физический, и вы уже прошли в клуб учредителей. Следующий вариант участия. Так, вариант номер 4. Квалификация на 30 июня, да? Значит, ваши личные покупки должны соответствовать минимум на $400. А плюс к этим покупкам должны быть покупки с ваших личных приглашенных. То есть в сумме должно составлять соответствовать $1000. То есть здесь, конечно, вы уже приглашаете людей, делитесь информацией, не будьте жадными. Потому что здесь не какой-то хайп, здесь нормальная компания, нормальный бизнес. Поэтому, пригласив участников новых стать акционерами компании, вам даже претензий не будет никто иметь. Вы становитесь в этом случае акционером. Дальше. Вариант номер 5. Акция для бывших членов клуба учредителей. Это те люди, которые участвовали в 2012, 2013, 2014 годах. То есть это я, например, и еще много-много людей других. В этом случае нам компания что сделала? Минимум личных покупок на $400. А в сумме с нашим первым уровнем мы должны иметь объем $800. То есть, когда мы эти условия выполняем, мы уже входим в клуб учредителей. Так. Следующий вариант. Вариант номер 5. Вариант номер 5 – это для бывших участников. И вариант номер 6 – это тоже для бывших членов клуба учредителей прошлых лет. Вариант номер 6 как раз на сегодняшний день работает во втором квартале этого года. То есть, на сегодняшний день, как вы видите, участие в клубе учредителей очень легкое. Раньше мы выполняли гораздо больше, более сложные варианты, когда нужно было гораздо больше объема делать. И смотрите, как всегда было.
То есть компания делила год на 4 квартала. Первый квартал, значит, он был самый легкий. Там вообще без приглашений можно было участвовать в клубе учредителей. Второй квартал, там надо было выполнить то же самое, что в первом квартале, как сейчас, только вам нужно иметь как минимум два приглашенных активных в статусе консультант либо выше. Давайте уберу вот сюда. В статусе консультант либо выше. И вы становитесь в клубе учредителей. В третьем квартале условия еще неизвестны. В четвертом квартале тоже условия неизвестны. Когда наступит третий квартал, мы узнаем условия участия. Но они будут, естественно, сложнее, чем сейчас. Так всегда было в этой компании. Для тех партнеров, которые примут решение участвовать в клубе учредителей, в дальнейшем компания, естественно, делает определенные преимущества. Итак, давайте посмотрим, что же есть в компании. На что можно потратить деньги, чтобы стать акционером компании в дальнейшем. То есть, обратите внимание, это продукты компании, это перечень продуктов, которые доступен для клиентов. Он ограничен вот этим количеством. На следующем слайде я вам покажу перечень продуктов, который предоставлен для партнеров. Там гораздо больше возможностей. Обратите внимание, перечень сразу резко увеличился. Здесь гораздо больше возможностей. Сейчас я вам кое-что покажу, попробую увеличить. Есть такой, например, момент mobile.net, наборы руководителя. Что это такое? Ввиду того, что для участия в клубе учредителей у нас пороговая сумма на сегодняшний день равна 600 долларам, и чтобы по отдельности, допустим, покупать отдельно там наушники, отдельно там мобильный телефон Asus, наушники, кстати, японская компания производит, либо что-то другое, потому что перечень довольно-таки большой, компания объединила все эти продукты в наборы, чтобы за каждый продукт вы не оплачивали в отдельности и, естественно, не платили за доставку за каждый продукт в отдельности. То есть все в одном заказе у вас будет. Например, вот я раскрою MobileNet наборы руководителя. То есть вот пример приведу, да? Телефон Asus. Телефон очень серьезный, с очень серьезной начинкой. Очень хорошая камера, процессор самый последний стоит на этой модели телефона. iPhone 2.0 производит завод Asus. Компания Access заключила с компанией Asus партнерское соглашение. И фактически это телефон Asus. Вы получаете на руки. Если что-то случится с этим телефоном, естественно, вы обращаетесь в любой сервисный центр компании Asus, и вам его починят. При заказе, при оплате за 600 долларов, вы указываете свой адрес доставки, и вам на почту придет данная техника. К этому телефону прилагаются японские наушники, работающие по Bluetooth. Это беспроводные наушники. Наушники разных цветов предлагаются. Я выбрал несколько вариантов именно разной техники, потому что там есть синие, желтые, красные, белые, разные варианты расцветок. Дальше. Вариант умных часов можно взять, плюс беспроводные наушники. Умные часы производятся тоже очень серьезной компанией. И наушники беспроводные — это уже студийное качество. Это не какой-то ширпотреб за 1000 рублей, за 2000. Это нормальные, серьезные наушники брендовые, производство Япония. То есть звук там будет, конечно, студийного качества. Дальше. Следующий набор — это умные часы мужские и женские, плюс динамики. Динамики объемного звучания. То есть там идет еще приложение к этим динамикам. Вы можете соединить с телефоном и в любом месте включить звук на полную громкость. Я еще по характеристикам посмотрел, в эти динамики включен еще
микрофон. То есть как-то она должна быть и звучать наружу звук, и еще вы можете отвечать, допустим, на звонки. Также включен в этот набор беспроводные наушники. Следующий набор, допустим, телефон плюс объемные динамики. Также следующий набор телефон плюс динамики плюс проводные наушники спортивные. Еще вариант умные часы наушники. Плюс наушники вообще по Bluetooth мини называются. И динамики. Значит, вариант, вот так это все выглядит покрупнее. То есть телефон Asus плюс наушники. Так, вот еще вариант. То есть вот такие мини-наушники, они довольно-таки популярны на сегодняшний день. Следующий вариант, вот такой. Следующий вариант. То есть фактически инвестор, он ничего не теряет. Он приобретает конкретный продукт и им пользуется. Давайте посмотрим, приходят ли люди на сегодняшний день сюда. Вот смотрите, я сделал скрин от 9 апреля. Здесь у меня комиссионные, здесь вы видите разные суммы. Так, я попытаюсь увеличить. Не очень хорошо видно, но здесь вы видите разные суммы. Тут и $75, и $92, и $170, $150. Это каждый день. И здесь $68, здесь что-то 86, по-моему, $170, $174, $30, $50, там 7 центов. Так, можно еще посмотреть ваши доходы, например, вот так. То есть кликаете на мой аккаунт, кликаете вот сюда, где баланс iCash доступный. Вот, например, $270 в ожидании и $278 доступны. То есть я вам показываю цифры апрельские. То есть деньги здесь зарабатываю, потому что люди идут в клуб учредителей, потому что это интересно. Ну и вот можно посмотреть, допустим, небольшую статистику с 1 апреля по 9 апреля. Заработано $723. Здесь перечень, каждый день идет, сколько дней осталось до доступности данных денег. То есть с момента оплаты в вашем уровне здесь идет такой буфер, равняющийся 3 суткам. То есть ровно 3 дня здесь дается клиенту подумать. Может, он передумает и вернет свои деньги, и компания ему эти деньги вернет. Так, то есть подведем итоги. Подведем итоги. Преимущество участия в клубе учредителей. То есть у вас конкретный продукт, может быть, это физический, может, это цифровой продукт на руках, плюс вы получаете дополнительные деньги по маркетингу, если участвуете, плюс после выхода на IPO сможете приобрести акции с дисконтом. В дальнейшем иметь дополнительную прибыль. И также участники клуба учредителей получают дополнительные скидки, акции, потому что они приняли когда-то это решение. То есть никто ничего не теряет, одни плюсы. И сейчас я готов ответить на поставленные вопросы, если у вас появятся. Пишите, пожалуйста, вопросы. Меня слышно? Поставьте плюсики, если меня слышно. Угу. Так, ладно, тогда расскажу новости по-быстрому. Компания мне передала слайды по итогам конференции в Азии. Буквально меньше месяца назад
В марте у нас была крупная конференция по азиатским странам. Сейчас я вам быстренько покажу некоторые моменты важные. Так. Значит, сейчас у нас идет акционирование. То есть на сегодня компания предлагает разные услуги и продукты. И смотрите новшества. То есть у нас идет глобальное расширение. Зарегистрированы на сегодняшний день компании. Это Access Гонконг, Access Япония, Малайзия в процессе, Тайвань в процессе и Корея. Это что означает? Это означает, что в этих странах у нас появится, ну, то есть в Гонконге и в Японии уже есть подразделение Access, также в Малайзии, Тайване и Корее есть дополнительные офисы компании. Также в будущем это прибыльная акционерная компания, которая владеет наши учредители и владельцы акций, о чем я только что и рассказывал. То есть быть акционером компании на сегодняшний день выгодно. Это очень выгодное вложение денег, потому что в любом случае вы пойдете и аналогичные продукты можете приобрести в любом другом месте, но за это ничего не иметь. Дальше. Это менеджер из Японии Джон Мизу Тани. Так, продукты и сервисы. Значит, продукты на сайте MobileNet производит компания Asus. Это совместный бренд. У нас то есть телефон iPhone 2.0. Диаметр 5,5 дюймов экран. То есть начинка там очень серьезная. Дальше. Разные направления, как вы видите, это мобильные услуги сейчас должны появиться. То есть что-то еще будет с Китаем. И еще. Дальше. Новый телефон iPhone 2.0 с разрешением 5,7 дюймов. То есть начинка та же самая, единственное, экран будет больше. Он должен появиться в ближайшее время. Новый продукт это планшет. Появится тоже в ближайшее время. Производит завод Asus. Дальше. Следующий продукт, также новый, это такой компьютер. Вот. Модель представленная, это примерная модель. Сейчас компания определится в процессе переговоров с компанией Asus и нам предоставит окончательный вариант с конкретными ценами. Это произойдет в ближайшее время. Дальше. Новый продукт, который уже доступен, это Health часы. То есть это умные часы по здоровью. То есть это женский вот вариант с красным ремешком, варианты с разными расцветками ремешков, это варианты женских часов. Это вариант мужских часов. То есть тоже разная расцветка часов представлена, именно ремешки. Эти часы дают возможность определять разные характеристики по здоровью. То есть это, если есть проблемы с сердцем, то часы сразу передают информацию на телефон вашим родственникам, вашему врачу, вот, через спутник. То есть здесь спутниковое соединение. Если что-то случилось, допустим, у вас больной человек, обычно это в возрасте, да, вы купили часы, одели на руку, мало ли чего-то случится с человеком пожилого возраста. Часы через спутник передадут информацию на ваш телефон о том, что что-то случилось и надо вызвать врача. То есть это сэкономит доли секунд, именно важные минуты, чтобы вызвать скорую помощь и приехать и решить ситуацию со здоровьем. Как раз часы можно настроить так, что информация о здоровье может передаваться нескольким устройствам. То есть это может быть ваш личный доктор, это может быть друзья, семья и другие возможности. Дальше. Новый продукт это Access Pay, это услуги мобильных платежей. У нас
со дня на день должна выйти платежная система. Дальше. То есть вот так она будет выглядеть. Как она будет работать, узнаем в ближайшее время. Каждый вторник нам компания рассказывает все новшества. Как будет работать платежная система, узнаем. Новый продукт, который уже вышел, это Fantasy Sports. То есть это игровая платформа, на которой можно играть в известные на сегодняшний день игры и зарабатывать при этом деньги. То есть Counter-Strike известная игра, в ней играют очень многие люди. Можно также играть через нас. Заходит человек на Fantasy Sport, регистрируется. Игра эта везде платная. Неважно, человек пришел где-то на другой сервис, он заплатит деньги, либо придет к нам, он заплатит деньги. Сумма денег будет идентичная, разница в прибыли, естественно, будет. Следующая игра Dota 2. Также эта игра везде платная, и также можно в нее играть и у нас. Собираются команды, одна команда против другой, устраиваются бои, и в итоге на турнирах получаются там призы на конкурсе, и победитель получает определенную сумму денег. Следующая игра, которая уже есть, это LEGO of Legends. Тоже популярная игра, и в нее уже можно играть. То есть выбираем соревнования, собираем команду, выигрываем призы. То есть это тоже очень популярный бизнес, набирающий определенный оборот во всем мире. Новый продукт, который уже работает, это рекламная площадка Discover. Вы можете размещать информацию о своих товарах и услугах. Возможно, к вам придут новые клиенты. Дальше. Новый продукт – это YouChat. Кстати, кто пользуется YouChat'ом, за обычное общение у нас платят вознаграждение. Оплата появилась буквально месяц назад. То есть мы отправили там текстовое сообщение, позвонили, там сделали видеозвонок, и за любые действия нам платят деньгами. Следующий продукт – это VideoMeet. Он давно уже работает. Здесь вы можете собрать несколько участников. И здесь можете проводить вебинары, совещания. Здесь представлена доска, на которой вы можете рисовать все, что хотите. Новый продукт, который появился прошлым летом, GameSmart. На сегодня он уже оброс множеством игр. За 10 игр в день нам также оплачивают. Вообще, сейчас идет еще промоушен, поэтому платят всем за 10 игр в день. Платят нам ревордами. Реворды собираются, и дальше мы их меняем на деньги, либо на сертификат Amazon. Также реворды можно потратить на рекламу, размещаемую на Discover. Так. Новые игры у нас. Компания A-Studio, Access Audio, да? Это японское подразделение Access, которое производит нашу аудиотехнику. Это вот такие Bluetooth-динамики, которые подключаются к мобильному устройству через Bluetooth. То есть их три варианта. Большой, там средний и маленький. Вот такие Audio Rumble, тоже интересное приспособления для прослушивания музыки. Причем это объемное звучание выдает. Дальше наушники, Audio Sport, тоже наушники, Audio Air, беспроводные наушники по Bluetooth. Это все Япония. Вот еще вариант беспроводных наушников, еще такой вот золотой вариант. Это уже студийные наушники, более качественные. Этот вариант проводной. Есть вариант беспроводной. Audio Studio Bluetooth.
Дальше. В ближайшее время у нас появится iRewards Shop. То есть, где мы iRewards сможем использовать для приобретения каких-либо товаров или услуг. И еще новшество. Компания заключила новое партнерство с компанией JaneClaire.com. И летом у нас появятся новые продукты, уже интересные для женщин. Это косметическая линейка. Здесь будет натуральная косметика. Также новый продукт, который появился буквально перед Новым годом, это Shop Pro. Это конструктор интернет-магазина. Кстати, вот этот конструктор этого магазина, он скомбинирован, интегрирован с мессенджером WeChat. Fantasy Sport, я уже про него рассказывал. То есть, чтобы стать консультантом, вы, естественно, приобретаете набор для продаж за $59.95, выбираете стартовый пакет, выбираете ваш 30-дневный пакет персональных покупок, и все. В стартовый пакет уже я вам рекомендую сразу входить на клуб учредителей, то есть за $600, и вы уже становитесь полноценным участником. Дальше. Стратегия Access Marketing на сегодня – это направление Mobile Net активационный пакет, это Юли 3.8 активационный пакет. Вот Юли 3.8, он интересен для Китая, потому что там все на китайском. Shop Pro активационный пакет – это интернет-магазин. Fantasy Sport активационный пакет – это игровой портал. Ольга, я тебе перезвоню, я вебинар веду. Давай потом. Через полчаса я тебе перезвоню, я вебинар веду. Дальше. И стратегия Access Marketing, то есть вариант команд. То есть вы пригласили, например, 3 человека, и каждый из них вас дублирует. И если идет дубликация, то согласно маркетингу вы поднимаетесь все выше и выше по ступеням и получаете все больше и больше вознаграждения. У нас по маркетингу вы получаете по всей глубине. То есть вариант построения команд, например, вот такой. Дальше. Ну, как я уже сказал, за $600 личная покупка, чтобы стать золотым руководителем, либо минимум 300 PSV, 200 максимум с первого уровня. Так, и вы зарабатываете на ежедневной основе. То есть, если у вас сегодня кто-то купил, значит, вы сегодня же получили комиссионные. До 30% комиссионных с первого уровня у нас получают все. До 30% бонус от командных продаж, до 10% iPayments, iRewards и до 1% глобального лидерского бонуса. Дальше. Из новшеств. Это, конечно, клуб учредителей. Специальная акция доступна только для участников клуба учредителей, и только участникам клуба учредителей будут доступны специальные цены на товары и предложения в течение года. Это будет, конечно, следующий год. Потому что по итогам этого года у нас закроется клуб учредителей 2017. Ну, в общем-то, и все, что я на сегодня хотел вам рассказать. Ребят, если есть вопросы, я готов на них ответить. Я так пробежался быстро-быстро, буквально за полчаса я уложился. Пишите вопросы. Сейчас подожду еще.
Хорошо, друзья, если нет вопросов, тогда закругляемся и до вторника. Во вторник будет проводить компания очередной вебинар. Каждый вторник в 9 вечера проводит сама компания. Возможно, будет руководство. Узнаем, какие новшества. Все, давайте до связи, до вторника. Всем пока, всем хороших выходных.